Априора на портинге башки, на впуске 4-литровом, дроссель 55-й. Так, отлично. Собственно, система охлаждения классическая клаб-турбо, подвеска, зеленые рычаги, лайт, выворот, ну вот, собственно, космос, перенесенная кулиса, гидропалка и вынесенные датчики. Собственно, такой крутой лыгин. Такая шикарная машина. Как рассчитываешь сегодня победить? Слушай, если передний привод трассу не убьет, то, я думаю, да, будет интересно. Ага. Ну, все отлично. Так, ну, что, желаю удачи. Ставим лайк, подписываемся на канал и донатики. Ребята, привет! Я смотрю, привет. Вы приехали снова на соревнования. Как настроение? Хорошее. Первый раз в феврале в дождь поедешь. Отлично. Мне кажется, очень здорово будет. У вас ласты с собой? Да. Отлично. Настроены на победу? Ну, попробуем. Надо. Надо показать красивую езду, потому что я смотрю... Надо не сломать и не уехать к вам на разбор. Главное. С нами на фестивале представители велосипедного сообщества по катушке, самые активные велосипедисты города Аши. Скажите пару слов, как вам вообще настроение? Я бы хотел, чтобы Санек покатался. Я бы даже деньги на него поставил. Ну, увы. Да. Ну, тогда я поеду все, наверное, 100%. Хочется узнать, почему вы не на велосипедах? Потому что мы бы хотели устроить заезд велосипедом. Дождь? Так это же почти лето, и можно ездить по трассе. То есть... Скользко. Нет, дождь. Все равно, хочется, скользко. Да? Понятно. Ну ладно, все, будем болеть за ребят. И, может быть, в следующий раз приедем на велосипедах, да? Обязательно. Все, здорово. Сегодня на соревнованиях у нас Виктор. Ныне уже главный практически спонсор, да? Главный спонсор нашего мероприятия. Расскажи пару слов о том, как ты это видишь? Нравится ли сегодняшняя погода? Ну, погода, конечно, не очень. Было бы идеально, если было бы градусов, ну, минус 5, потому что сейчас трасса будет все-таки, ну, жидкая, так скажем, мягкая. Зацеп, конечно, от этого немножко страдает. Я расскажу главное, как я стал вообще вот, как я в это все ввязался. Год назад я приехал на Ниве, то есть у меня была Chevrolet Niva, я стал участником в данном мероприятии в полном приводе, и я взял второе место. Вот эти эмоции, которые я получил во время данного участия, они просто неописуемы и непередаваемы. Сейчас у меня для данных участий своей машины временно нету, но я уже нашел, на чем буду участвовать. То есть сегодня все равно заезд будет, да? Заезд будет, я буду участвовать на шестерке, на заднем приводе. Плюс ко всему, с этого года мы решили ввести кубки, потому что для... людей, которые победили, будет очень приятно иметь не просто какой-то, ну, подарки от спонсоров, но именно кубок. Это будет... Так, кстати, давай покажем. Это будет очень интересно, это действительно будет классно. Плюс ко всему, кубки нестандартные, это штучная сделаны работа нашими руками. Да, они разработаны нашим инженером завода, Ашинского опытно-механического завода. Спасибо, Сань. То есть вот. Мы планируем это ввести уже в постоянную практику, чтобы обязательно на каждом мероприятии были кубки. И они, естественно, будут разные. Учитывая возможности нашего предприятия, автошкола АТП и АОМЗ, ну, будем считать, что это практически одно и то же, учитывая, что одни и те же владельцы-руководители. И на каждом мероприятии мы планируем разные интересные кубки. И все-таки много приезжих с других городов, участников и пилотов, и люди, приезжающие в город Аша, это город металлургов, должны иметь кубки, естественно,
металлические, стальные. Желаю вам успехов и на кольце в том числе. Да, спасибо. Спасибо. Ваши аплодисменты! Веселье, скорость, кураж и жажда победить. Уверенность и непокорность помогут кубок получить. Пыхтят уставшие машины, и снег уж словно пластилин. Дымятся порванные шины, ликует. I'm OG, y'all new to the game. Bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.